Всем привет из Сочи, вы на канале Танюшина Орхидеи и Сад. И опять на оптовую базу по переулку промышленному 4 завезли вот такие шикарные орхидеи. Завоз был не очень большой, но и было из чего выбрать. Действительно были замечательные красотки на 1, на 2 цветоноса. Также были другие растения. Все вам покажу, все расскажу. Конечно, орхидейки многие... Это все-таки оптовая база, здесь многие орхидейки не задержатся, они уедут к оптовикам, но много интересных все равно останется в магазине. Можно поставить бронь у девочек. Вот этот беглиб был такой замечательный, у него интересный оттенок, салатный, просто сказочный. Столько ответвлений, красавчик. Нежный-нежный, губенка такая нежная-нежная, немножко размытые розово, такие малиновые оттенки. Корешочки были, не супер много, но корешочки были. Очень много было орхидей пышных, даже на один цветонос. Пышные розетки, хорошие, крупные все. Посмотрите, какие розетки, а сколько бутонов. Это просто сказка. Вот этот сорт мне еще чем нравится. У него есть такие вроде как защипчики. Это особенность сорта, но это не бабочка. Но очень замечательный. Конечно, были попугайчики. Их было несколько штук, тоже можно будет выбрать. Веснушки. Замечательные, шикарные веснушки. Тоже хороший мультифлорный сорт. Хотя достаточно крупные цветочки, но цветет очень пышно, обильно. И была вот такая вот замечательная красота. Она настолько нежно-розовая. Ну, конечно, насколько я помню, это недосказанные истории здесь. Вот такие крапушки с замечательной губенкой. Ой, извиняюсь. Вот, орхидей было не супер много, как я сказала. Но действительно были очень красивые, хорошие экземпляры. Вот это, конечно, мне понравилось. Беглипчики. Беглипчики розовые. Они очень хорошо и долго цветут. Конечно, вот эта орхидея, не знаю, похожа на зимнюю вишню, но может быть и она. Голден леопард. Тоже очень классная орхидея. Орхидея романс. Очень крупная, шикарная красотка на один цветонос. Розеточки очень такие крупные, взрослые. Замечательный и нежный, нежный, нежный. Посмотрите, какой он нежненький. А вот этот беглиб заслуживает внимания. Он крупный и такой нарядный. Цена немножечко упала на орхидеи. 2170 рублей. Но разве не сказка? Посмотрите, какая прелесть. На некоторых были вроде как названия, но были где-то подстертые, где-то как-то... Все названия невозможно вам сказать, рассказать. Многие орхидеи, просто хочется показать их красоту. И какие орхидеи приводят на оптовую базу. Посмотрите, какой нарядный беглипчик. Это мультифлорный беглипчик, он не крупный, но просто сказочный. А вот это гигант, просто гигант, сантиметров 12, наверное, 13 был. Вот такие шикарные красотки привезли. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписался. А я вам буду показывать все больше и больше красоты. И на своем канале рассказывать о том, как ухаживать за орхидейками, что я делаю, чтобы они цвели и долго вас радовали. Смотрите, какая лапочка. Очень крупный беглиб, куча бутонов, замечательный. Просто сказочный, настолько нежный-нежный, с такими переливами. Посмотрите, какое количество бутонов. Будет долго-долго цвести и радовать свою хозяйку или хозяина, не знаю, кому достанется вот эта красота. В конце видео есть визиточка, можно обратиться к девочкам, если вам понравилась та или иная орхидейка, позвонить и узнать, осталась она в наличии, не осталась, или забронировать ее. Да, совсем забыла сказать, вы у меня спрашивали про розыгрыш. Розыгрыш будет. Завтра в понедельник я выложу розыгрыш с условиями.
Спонсор, конечно же, оптовая база по переулку Промышленному 4 предоставила шикарную орхидею на розыгрыш. И уже, наверное, все, у кого плюсовая температура, смогут поучаствовать в этом розыгрыше. Увидимся на розыгрыше завтра. Все расскажу, все будет в описании, все условия. Нового ничего не будет, но кто с нами только-только к нам присоединился первый раз, смогут поучаствовать, и надеюсь, им тоже понравится. Выиграть, конечно, очень хочется. Не знаю, все. Мне бы тоже хотелось, наверное, выиграть такую красоту. Но на розыгрыше будет не этот биглип, будет другая орхидея. Об этом вы все узнаете в понедельник. Также, наверное, выложу в обед, как обычно. И вы увидите. Можно будет зарегистрироваться на моем канале. А я с вами прощаюсь на вот этой красоте. Желаю вам всего самого наилучшего, приятного просмотра и оставляю вас наедине вот с этой шикарной красотой. Любуйтесь, наслаждайтесь. Хорошего дня!